Всем привет! В этом видео я хочу показать вам, как сделать вот такой очень красивый восточный макияж. Итак, кому интересно, как я его сделала, то оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Я уже нанесла тональный крем на лицо, сделала коррекцию лица, нарисовала себе брови и давайте приступим к макияжу глаз. Также я уже нанесла базу под тени. Начну я с прорисовки складочки века, и для этого я буду использовать самый светлый оттенок из тройки теней от Inglot номер 112. Также буду использовать кисть от Jessup растушевочную. Этот же оттеночек я нанесу на нижнее веко. Теперь в складочку века я буду наносить розовый оттенок. У меня это тройка теней от Inglot 119 и буду наносить средний розовый оттенок. Использую ту же кисть. Этот же оттеночек я нанесу на нижнее веко. Теперь я возьму самый темный оттенок розовый из этой же палетки, использую всю ту же кисть. Этот же оттенок нанесу на нижнее веко. Теперь я возьму темно-серый оттенок, средний, из троечки теней номер 120. И буду использовать плоскую кисть от Bdellium Tools 777 номер. И теперь кистью с розовым оттенком я подтушую границу.
Теперь этот же серый оттенок я нанесу на нижнее веко. Теперь я возьму черный оттенок из этой же тройки теней и буду наносить в уголочек глаза и по ресничному краю. Для этого я буду использовать кисть от Zoeva номер 230. С помощью черных теней я создаю как такую стрелку, потом мы ее продублируем подводкой. Теперь опять розовым темным оттенком я растушую эту стрелку. Теперь самым светлым оттенком теней, троечкой 111, я подчеркну зону под бровью. Подводкой от Криолан Aqua Color черного цвета я нарисую стрелку. В уголочке глаз я добавила розовый пигмент от Inglot номер 111. Теперь черным карандашом я прорисую слизистую и также выделю уголочек глаза и пройдусь по верхней слизистой между ресничек.
Теперь я хорошенько прокрашу ресницы и также добавлю накладные ресницы. На губы я нанесла розовую помаду от Maybelline, оттенок 120. Итак, мой макияж готов. Надеюсь, он вам понравился. Если да, то ставьте пальчики вверх, оставляйте ваши комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. И всем хорошего настроения. Всем пока!